Для начала прогрунтуем стену, подготовим ее под основной декор. Обклеим малярной лентой. И прогрунтуем. Акриловой грунтовкой Акрил Тип Грунт торговой марки Фейдал. Теперь на данном этапе мы прокрашиваем поверхность. Как делать? Я прокрашиваю латексной краской Сайден Мат Семерка торговой марки Фейдал. Вот, слегка таким цветом слоновой кости, дабы придать естественный цвет стенам перед нанесением основной штукатурки. Вот здесь еще не готово. А здесь вот я еще буду прокрашивать. Нанесение венецианской штукатурки. Эффект мраморного камня. Для начала я прокрасил стены. После этого мелкими-мелкими мазками в хаотичном порядке нанес. Вот. После этого, как нанес, заглянцовываю. Вот вариант первый, вариант второй, вариант третий. Так, ну и так продолжим дальше. После глянцевания мы... Видно, да? После глянцевания мы наносим венецианскую штукатурку вторым слоем. То есть затягиваем. Каким образом это происходит? Это происходит вот так вот. Вот. Ну, а в итоге вы потом увидите, как оно все потом получается. Вот, после нанесения получается вот такой вот рисунок. Даем ему высохнуть. Вот. А также я еще делаю параллельно второй рисунок. В обратном порядке. Темное, сверху будет светлое. Точно таким же образом наносится хаотичный рисунок. Хаотично мазки друг на друга накладываются. Предварительно покрашенную латексной краской Fadal Sailing Matte 7. Вот. Прокрашивается. Ну и соответственно тоже заглянцовывается. Тоже. Вот. После нанесения даем высохнуть. Заглянцовываем. И после этого буду наносить уже белую базовую венецианскую штукатурку. Вот как выглядит. Вот. Вот она после высыхания. Пробиваются пробелы. Ребра нижнего слоя. Ну а дальше вы увидите. Вот после нанесения второго слоя. Точнее, заканчиваю глянцевание. Вот что получилось на конце.
канал под камин. Вот. Очень сильно похож на мрамор. Красота. Вот оригинал. Вот ориентир. А вот второй тип. Здесь у нас еще колонны обошли в том же цвете. Вот. Ну и собственно здесь точно так же.